проезжали мимо, увидели Lidl магазин, давно не были. Решили заехать, посмотреть. А здесь есть кековская курочка. Ножки. Меня, кстати, спрашивали, сколько стоит. Вот, €39. Килограмм 2,78. А можно взять такую колбаску с салями. Как раз скидка на нее сейчас, уже разбирают. Мне здесь, в принципе, ничего не нужно. Я так пришла за компанию, а дочка на выходные едет на пикник. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас опять жара. Не помню, сколько градусов. А я сейчас иду на набережную. Помните, я вам как-то показывала круизный лайнер? Ну вот, а сегодня в Рижский порт пришло трехмачтовое парусное судно. Вот хочу вам показать. Латвийская национальная библиотека. Но мы сегодня с вами туда не пойдем, как-нибудь другой раз. По поводу ее строительства у рижан было очень много споров. Хочу еще немножко прогуляться по парку Кронвальда. Тем более дома никого нету, все разъехались кто куда. Сегодня выходной день. Какая красота. Так что можно погулять. Это тоже очень красивый парк. Здесь памятник писателю Судрабу Эджус. Сколько у нас тут лодочек плавает. Я в интернете видела, что в этом парке где-то должна стоять красивая улитка. Что-то я ее пока не вижу, не могу найти. Зато нашла беседку. А, это подарок из Китая. Да, вот эта беседочка красивая. Так, что там написано? Китайский павильон Арка. Дар города Суджоу.
Да. Ну ее, я смотрю, огородили. Она уже старенькая, смотрю, потертая вся. Может быть, будут делать реконструкцию. Ну вот, наконец-то нашла я эту улитку. Долго я ее искала. Эта улитка – символ того, как медленно продвигается создание музея современного искусства у нас в Латвии. Еле-еле ползет. Видите, она сделана из таких кусочков зеркал. Помните, раньше были такие зеркальные шарики на дискотеках? Интересная такая улиточка. Ну все, я уже нагулялась по парку и проголодалась. Уже третий час, пора обедать. Кто меня давно смотрит, знает, что я люблю очень рыбу. Я вот нашла в интернете один ресторанчик рыбный. И вот думаю, сходить. Я там ни разу не была. Интересно посмотреть на Антонис 6. Заодно и вам покажу. Может, кто-то захочет. А ну вот это и есть улица Антонис. Вообще здесь на этой улице очень много разных ресторанчиков. Интересных. Но этот рыбный вроде недавно открылся. А, вот, точно, вот, 6А. Видите уже, какой скелет рыбки? Мне кажется, он недавно открылся. Раньше я его не видела. Давайте зайдем, посмотрим. Вот сижу, изучаю меню, что почем. Ну, здесь большой выбор всего. Принесли масло с хлебом и сказали, что хлеб пекут они сами. И хлеб с морскими водорослями. Посмотрите, масло такое в виде рыбок. Мне принесли тунец, я заказала. С овощами и мисо-соусом. Будем пробовать. Ресторан мне понравился, было очень все вкусно. Персонал очень вежливый. Я официантку спросила, я говорю, давно вы уже открылись? Она говорит, ну, уже года два. А я сколько раз ходила по этой улице и даже не замечала этот рыбный ресторан. Я его в интернете нашла. Думаю, надо зайти попробовать. Так что любителям рыбы, как я, рекомендую. Прохожу мимо еще одного кафе интересного. Такое все в розах. Красочное. Я уже заходить не буду, не знаю, что за кафе. Здесь хорошо, наверное, фотосессии устраивать. Но народу нету. Давайте посмотрим, что здесь новенького. Что она сделала с собой? За что он так ее ненавидит? Ну, все ясно. Я уже дома, гуляю в лесу с собакой. Меня дочка попросила выгулить собаку. Они уехали всей семьей с детьми, с мужем. На все выходные отдыхать на озеро. Я с ними не поехала, потому что я не особо люблю возле озера отдыхать. Мне почему-то кажется, что там много комаров, и все они кусачие. Я больше люблю на море отдыхать. Просила дочку, чтобы она прислала видео, как они там отдыхают, посмотреть. Может быть, что-то и вам показать. Я забыла спросить насчет комаров, есть там или нет. Просто... Thank you.
Этот комплекс отдыха не очень далеко находится, 20 километров от Риги. Марубская область. Может быть, рижане знают, называется Бейс. У кого-то там увидела. Там хорошо, там можно взять в аренду на лодочках покататься, катамаранах. А, забыла у нее спросить, когда она звонила, есть там комары или нет. Покусали их или еще нет. Потом приедут, спрошу.